аэропорт, вокзалы, отели, рестораны. К чемпионату мира по хоккею Беларусь готовится так, чтобы ни один штрих не остался на скамейке запасных. Как встретить тысячи гостей, чем накормить и что показать в перерывах между ледовыми баталиями? Тот случай и тот масштаб, когда каждая деталь может стать атакой, поворотом организации. Впрочем, в финальном периоде уже не осталось опасных моментов. Ведь за красивой игрой на поле подготовки своя сплоченная команда. Когда еще увидишь мужчин, наблюдающих даму за рулем, без лишней критики? Хотя и женщин на такой махине во всем мире единицы. Наша Елена Ивановна и вовсе уникальна для СНГ. В Европе коллега-барышня пока есть только в Швейцарии. Вперед-назад. Вот. Ход. Вот это шнеки. Это опускается сам стол с ножом. А это бункер открывается. А это вода. Конечно, на ее первых ледяных виражах все было не так отточено. Елена вспоминает, как поначалу боялась, что ненароком сдвинет ворота в сторону трибун. Зато сегодня у нее на арене настоящий пит-стоп. Для подготовки льда хватает и 7 минут. Она как комбайн. Здесь нужно рычаги почувствовать сначала. А водитель самое простое, наверное. Я когда поработала, потом технику безопасности сдавала. Так он мне говорит, и как, все борта целые? Кстати, сокрушить борта в Чижовка-арене даже на серьезной технике будет очень проблематично. При строительстве объекта учитывалась масса нюансов, работающих не только, скажем, на температуру или состояние льда, но и на безопасность как хоккеистов, так и зрителей. Установлены единственные у нас в Беларуси борта, так называемые травмобезопасные, они подвижные. Видите, он пружинит и за счет этого менее травмоопасный. Кроме безопасных бортов, Чижовка-арене продумали и как порадовать болельщиков-любителей хоккейного адреналина. Несколько сидений разместили буквально вплотную к ледовой площадке. Сейчас мы посмотрим, на каком именно расстоянии. Вот чуть больше 1,5 метра. Но чтобы атаки Товгаев или летящая шайба не устроили зрителям дождь из стекла, здесь установили противоударный карбон. Так что делиться эмоциями от матча можно с обеих сторон. Пока же на зрительских трибунах очередная проверка. Регламент мирового хоккейного первенства должен быть соблюден буквально до запятой. К примеру, вода, используемая для заливки льда Чижовка-арены, очищается на молекулярном уровне, чтобы максимально четко были видны разметка и реклама на поле. А вентиляция в комплексе сделана таким образом, чтобы игроки и болельщики ощущали разную температуру. Температура для хоккея, она нормируется где-то 6-6,5 градусов. Каждая десятая градуса влияет на его физические свойства. Под каждым сиденьем находится решетка винт-системы, которая подает теплый воздух под каждое сиденье, под каждого зрителя. И за счет этого более комфортно себя чувствуют зрители. Строительство Чижовка-арены в свое время стало одним из аргументов заявки Беларуси на проведение чемпионата мира. Казалось бы, еще совсем недавно на месте комплекса был пустырь, но уже совсем скоро матчи с участием лучших дружин планеты с этих трибун увидят более 8 тысяч зрителей. И, пожалуй, лишь одно слово здесь не будет сказано техникой. Ну, ворота закрывается здесь старым дедовским способом, хотя это и канадское производство. Пока не придумали. Впрочем, надежность в процессе подготовки к чемпионату прорабатывали не только на уровне технических изысков. Даже для билетов на матчи своя стратегия безопасности. Специально для хоккейного первенства изготовили спецбланки с 5 степенями защиты. Водяные знаки, голограммы. По словам организаторов, печатали будто не билеты, а деньги. Кстати, стоимость квитков на игры в Минске поразила даже функционеров от мирового хоккея. Старались сделать билеты более дешевыми. Международная федерация хоккея при согласовании билетной программы даже удивлялась, почему билеты такие дешевые. Для примера можно сказать, что самый дешевый билет на один из матчей предварительного раунда стоил 91 тысячу белорусских рублей. Зато посмотреть на одну из самых крупных фигур чемпионата мира можно вовсе не покупая никаких билетов. Команда таких игроков рассредоточена по полю столицы. Впрочем, сразиться в реальной ледовой схватке
схватки с подобным спортсменом, едва ли было бы кому-нибудь по плечу, тут до этого плеча никак не дотянуться. Один размер коньков чего стоит? Примерно 80 сантиметров в длину. Еще за полтора месяца до старта мирового первенства было продано примерно 70% билетов. И для зарубежных болельщиков лучшей кассой, конечно же, стал интернет. Десятки тысяч пропусков на игры купили именно онлайн. Электронные квитки улетали в основном в Россию, Литву, Латвию, Польшу, Украину и Казахстан. Но стать обладателем билета на некоторые матчи можно было разве что в первые дни после появления в продаже. Такие матчи легко назвать. Это финал, конечно же. Все его ждут, все именно хотят попасть на финальную игру. Тем не менее, большой популярностью пользуется игра Беларусь-США, то есть это открытие чемпионата, и Россия-Беларусь. Впрочем, для тех, кто решил не покупать билеты заранее, во время чемпионата возле арен будут работать дополнительные кассы. И, кстати, такие же специальные окошки, только с другими билетами, появятся и на железнодорожных вокзалах, не только в Минске, но и в Бресте. UKH is number 7. На столичном вокзале процесс тоже движется по рельсам чемпионата. Дополнительная платформа, новый зал ожидания с бизнес-зоной. Табло с информацией о пригородных рейсах перевели на английский. Have a good journey. Те, кто будут обслуживать зарубежных гостей перед чемпионатом, прошли обучение английскому. Но чтобы разговор с потенциальным пассажиром не ушел на запасный путь, в помощь специально изданный к мировому первенству разговорник. Примерно такие же книжечки, только с некоторыми тематическими отличиями, выдали и правоохранителям. Хотя занятия, очевидно, уже показывают зеленый свет международному общению. Вы сказали человеку, что нужно повернуть направо и проехать 2 километра. You must turn to right and go straight about 2 kilometers. Сергей Бабич рассказывает, на курсах английского преподаватели делали акцент не на теоретических джунглях, а именно на моделировании ситуации, в которых могут оказаться иностранные гости. Как указать путь, место для парковки или объяснение, что на конкретном перекрестке запрещен разворот. Многие шли на эти курсы по своей личной инициативе. Вот. А были сотрудники, которые ранее никогда не изучали английский язык, а столкнулись с ним лишь уже при проведении курсов. Я очень остался доволен. Грядущее хоккейное первенство ни для Сергея, ни для его коллег поворотом на неизвестную дорогу не станет точно. В прошлом году Минск принимал чемпионат мира по велотреку, ставший отличной репетицией для правоохранителей. Сотрудники милиции, естественно, будут находиться на предельном внимании, но также это будет незаметно со стороны, потому и меры будут ненавязчивыми, то есть простой гражданин будет чувствовать себя довольно комфортно, хотя милиция будет находиться в усиленном несении службы. Кроме 1500 милиционеров, следить за порядком столицы во время чемпионата будут примерно 2700 добровольных дружинников. Ну а помогать всем и везде еще более 1000 волонтеров. Кстати, чтобы попасть в эти улыбающиеся ряды, нужно было выдержать конкурс, как в престижный вуз. 4 человека на место. И это с учетом того, что анкеты перестали принимать уже за 8 месяцев до старта хоккейного первенства. Без русского языка мы просто не принимали заявки. И если бы мы отдали на откуп иностранным волонтерам, поверьте, это было бы не 3800 заявок, это было бы 5-6 тысяч людей. Есть люди, которые владеют итальянским, английским, немецким и немного китайским. Вот они среди нас, они отобрались в лингвистическую службу. Но будь волонтер хоть трижды полиглотом, только лингвистических знаний для работы на чемпионате будет недостаточно. Перед хоккейным первенством в Минске для добровольных помощников провели настоящие учения. Лекции по психологии, мастер-класс по заполнению миграционных карт – точно не лишнее напоминание. Виза не нужна при наличии билета на чемпионат мира. Будущим волонтерам предложили самим побывать в роли иностранных гостей. Каждому вручили аналог билета на один из матчей и отправили в ознакомительное плавание. Посмотрите, как вы проходите пограничников, где вы будете заполнять, помогать миграционные карты и как вы дальше пойдете на получение багажа и на таможенное оформление. Все, пошли. У нас в стране первый раз проводится событие такого мирового масштаба. И это хорошая возможность пообщаться с иностранцами. Мы первые, кого
они встречают, и мы как лицо, получается, страны. То есть мы должны не подвести страну. Хорошо, собака дает работу. Конечно, волонтеры будут не только встречать гостей в аэропорту. В рядах добровольных помощников и водители, и переводчики, и спортивные сервисмены, и те, кто укажут болельщикам на их трибуны в аренах. Кстати, волонтерская дружина станет интернациональной. Помогать на чемпионате будут и словаки, и чехи, немалые россиян, в основном молодежь. Но анкеты присылали даже разменявшие седьмой десяток. Иногда присылали анкеты и довольно откровенно веселые. Предлагали возить людей на своем собственном автомобиле, причем готовы были заправлять его сами. Причем автомобиль, судя по марке, от 100 тысяч евро. Были ребята реально школьного возраста, 11-12 лет. Помимо вот основного ощущения праздника, да, и в душе, это, естественно, новые знакомства, новое общение и абсолютно другой взгляд на спорт. Страны-участницы хоккейного первенства стали символично ближе еще до старта ледовых сражений. Государства, разделенные сотнями и даже тысячами километров, здесь умещаются буквально в паре сотен метров. Кстати, чемпионат мира по хоккею стал еще и отличной взлетной для идеи, которая давно витала в воздухе – реконструкция национального аэропорта. Провели у нас в аэропорту очень большую реконструкцию, я бы сказала, даже масштабную, которая не производилась у нас здесь за все последние 30 лет. Наталья Леонтьевна не успевает перечислять все позитивные метаморфозы. Новая багажная лента, новая зона паспортного контроля, новая система регистрации пассажиров. Если раньше к стойкам пропускали только вылетающих, теперь все в открытом доступе, как во многих зарубежных аэропортах. Другу или родственнику можно будет помочь управиться с чемоданом и после поднести ручную кладь. Кардинальные изменения произошли и с системой обработки багажа. Неручная сортировка, где агент, грузчик должен каждую бирочку прочитать, запомнить и отсортировать в нужное направление. Сегодня система сама по QR-кодам, которые штрих-коды так называемые, да, отсортирует этот багаж и в нужное направление, в нужную ячейку просто опустит этот багаж. Тогда, в 80-е, казалось, что эскалаторов в аэровокзале будет вполне достаточно. Пассажиропоток, понятно, был куда скромнее. Да и вписать лифты в проект оказалось не так просто. Но в ходе нынешней переделки кабины, наконец, появились. Лифты, которые мы уже установили, и их много у нас здесь по зданию установлено, большие, просторные, где можно поместить и проехать и человека в инвалидной коляске, и его багаж, и сопровождающее лицо. Реконструкция была заточена не столько на превращение аэровокзала в футуристическое здание, сколько на максимальное удобство пассажиров. К примеру, довольно долго просчитывали, в какой именно точке должна появиться информационная стойка, чтобы тому же иностранцу не пришлось бегать по аэропорту в поисках англоговорящего сотрудника. Впрочем, заблудиться навряд ли удастся и проголодавшимся пассажирам. Тем, у кого аппетит идет на взлет, наглядно показали, где можно зайти на посадку. Сегодня в ресторане порядка 20 блюд белорусской национальной кухни. Кроме обновленного ресторана, в аэропорту открыли и споттинг-бар. Во время мирового хоккейного первенства здесь можно будет не только посмотреть ледовое сражение, но и помахать рукой улетающему товарищу или своему самолету, если матч окажется очень уж захватывающим. Места с живописным видом продумывали специально для фотографов-ценителей взлетных снимков. Это единственное место в аэропорту, где можно в открытом доступе посмотреть взлет и посадку самолета. Тем временем минские кафе и рестораны в ожидании главного хоккейного события года стараются на все вкусы, чтобы посетители смотрели отнюдь не в окна. Солянка с брусникой. Из горячих закусок, помимо драников, у нас есть такие прекрасные как блюда, как дирон и старожитные. Это оладьи из тыквы.
Здесь хоть сегодня готовы к аншлагу в исполнении гостей чемпионата. Блюда в меню сразу на трех языках. Официанты подтянули английский, а повара продумали, чем накормят того же француза или немца, если иностранец заскучает по своей национальной кухне. Впрочем, если заскучает буквально, в меню развлечений старобелорусские танцы и трансляция ледовых баталий. Думаю, мы все будем вместе переживать и делиться друг с дружкой эмоциями. Но самая мощная лавина эмоций и впечатлений зрителей накроет, конечно, в Минск-арене. Зато подготовка к чемпионату здесь никого не испугала, ни требованиями, ни сроками. Николай Васильевич беседует с нами как раз на том самом месте, которое телевизионные метры назвали лучшим для съемки игр первенства. Плюс еще 6 площадок для операторов оборудуют на трибунах и уровне льда. В регламенте проведения грядущих соревнований мирового класса прописано даже количество ракурсов, в которых зрители должны увидеть все захватывающие моменты. Замедлениями, повторами, снятие различных моментов с разных ситуаций. К тому же сегодня предъявляются особые требования к моментам взятия ворот, с моментом нарушения правил. Площадка, на которой мы сегодня находимся, она изготовлена 5 лет назад той компанией, как и хоккейная площадка в Ванкувере на чемпионате мира. И сегодня особых требований по льду, по бортам и всему остальному не изменилось. Во время мирового первенства в Минск-арене будет работать 24 системы безопасности. Причем лучшим тестом как для секьюрити, так и для техники уже не раз становились реальные условия – аншлаги на играх КХЛ. Позаботятся организаторы и об охране здоровья, и не только посетители комплекса. Вся Беларусь, все Минск, не только арены идут проводить, объявлены зоны безтабачного дыма. Но это не значит, что здесь будут как бы руки выкручивать, полный запрет курения и так далее. Ни в коем случае. Тот болельщик, фанат, наш гость, который приедет из-за рубежа, какое первое впечатление, как он приедет, как он разместится в гостинице, как он будет отдыхать, это запоминается, может быть, даже больше, чем сами матчи. Чтобы гости чемпионата могли быстро сориентироваться в белорусской столице, минские транспортники подстроились под условия мирового первенства, открыли новые маршруты, в том числе дополнительные, от города до аэропорта. А в метро название станции прописали и объявляют на английском языке. Плюс в подземке теперь можно изучить расписание игр, а заодно увидеть, как добраться не только до арены, но и до вокзала или хостела. Это наша обычная 5-местная комната. Стоят стандартные 2-ярусные кровати, очень хорошее постельное белье, натуральное, хлопковое. Иностранцы все очень рады после европейской синтетики приехать и отдохнуть на нашем натуральном постельном белье. Первые бронирования на период чемпионата в этом минском хостеле стартовали еще летом прошлого года. На май 2014 свободных мест нет. Сергей Черняк не отрицает очевидного. Конечно, поднимали цены. Но вытряхивать кошельки иностранным гостям все равно не придется. Особенно в сравнении с аналогичными спортивными форумами. Мы не рвемся ни за какими там в 5 раз поднять, в 6 раз поднять, потому что все-таки ожидание человека от хостела это многоместное проживание, 2-ярусные кровати, и ставить здесь за ночь, как было там на Украине в период чемпионата Европы по футболу, когда там в хостеле остановиться стоило 50 евро за ночь, ну это бессмысленно. Телевизор, микроволновка и даже мини-библиотека – вполне приличный набор для болельщиков, рассчитывающих на демократичный ценник за ночевку. К тому же на время мирового хоккейного первенства для постояльцев предусмотрели дополнительные бонусы, рассказать о которых персонал сможет на 4 языках. Мы недавно ввели карту и начали уже точечно указывать города, из которых к нам приезжают гости. Но за это время у нас, наверное, со всех континентов, кроме Антарктиды, у нас побывали гости. Изюминка нашей новой гостиницы. Вот такой шикарный бассейн. Готовы в Минске встретить и гостей, привыкших путешествовать в статусе VIP-персон. Екатерина проводит экскурсию по одной из 14 новых гостиниц, построенных к чемпионату мира в белорусской столице. Все номера в тогда еще даже не открывшемся отеле были забронированы более чем за полгода до хоккейного первенства.
Четырехзвездочные интерьеры вписались и элементы белорусского орнамента, и картины наших художников, и прекрасный вид на Комсомольское озеро. Именно его будут лицезреть игроки некоторых сборных. Екатерина рассказывает, продумывая все нюансы, отталкивались не только от стандартов, но и от пожеланий гостей. Мы отталкиваемся уже, смотрим на ту гостиницу и здесь исправляем свои ошибки. Мы предоставили в каждый номер в этой гостинице чайники, интернет. У нас везде бесплатный Wi-Fi в каждом номере. Это вот трехместный номер, в котором смогут проживать 3 человека. Для проживания гостей здесь предусмотрено все. А здесь смогут остановиться самые активные хоккейные болельщики. Фан-деревня чемпионата мира, она же студгородок. В импровизационных номерах студенты наводят финальный лоск. Нас попросили, мы согласились, убираем, наводим порядок. Очень трепетное ощущение, когда начнется хоккей, много болельщиков, много игр. Будет 2 экскурсионных бюро. Одно будет базироваться на базе фан-деревни, второе в гостинице «Юбилейной», там, где больше скопления болельщиков. Мы, конечно же, хотим показать и Брест, и Полоцк, и Беловежскую пущу, и город Гродно, и все другие достопримечательности нашей страны. Для будущих гостей чемпионата мира в Минске продано уже несколько тысяч турпакетов. В топ-список экскурсионных маршрутов попали «Мир», «Несвиж», «Беловежская пуща». Но если вдруг турист захочет отправиться, к примеру, в Поставы или Мозырь, здесь готовы оперативно подстроиться. У нас во время чемпионата будут работать турбюро. Основное количество болельщиков – это, конечно, Российская Федерация, то есть гости из России. На втором месте – это гости из Латвии, потому что Латвия – хоккейная страна, так же, как и Беларусь. Хоккей – это национальный спорт для Латвии. Но есть, конечно, туристы экзотических стран, например, там Исландия, Объединенные Арабские Эмираты. То есть такие туристы у нас тоже есть. Впрочем, увезти из Беларуси гостям удастся не только впечатление. Ценители смогут пополнить свои коллекции почтовой маркой с эмблемой чемпионата и специально выпущенными памятными монетами Национального банка. По словам художника, главным замыслом было реалистично отобразить сражение на ледовой арене. И, конечно, не забыть про наши главные спортивные комплексы. На аверсе монет в центре на фоне ледовой площадки изображены спортивные комплексы. На одной монете Минская арена, на другой Чижовка арена. На реверсной стороне монеты изображены хоккеисты. Большинство приехавших сюда на чемпионат захотят увидеть и почувствовать в какой-то мере культуру народа, куда приехали, и культуру вот эту Белоруссии, национальную культуру Белоруссии. Я думаю, как никто, в общем-то, мы сможем ее представить. Частичкой нашей самобытности, которые совсем скоро разлетятся по всему миру. Уникальные произведения ручной работы, лишенные флера заводской штамповки. Чтобы болельщикам было чем удивить друзей и родственников за тысячи километров от Беларуси, мастера и студенты плетут, вяжут и лепят аутентичные миниатюры. Магнитики на холодильник – это, конечно, классика. Но представят ли они нашу культуру лучше, чем, к примеру, вот такие шедевры из соломки? Это заинтересует, я уверен, очень многих иностранных гостей. Для них это будет очень интересно и самобытно. Интересуются росписью нашей, ткачеством. Очень большой интерес вызывает плетение из соломы. И хотя солома есть и в Японии, и в Китае, но это совершенно другая солома, которая, в общем-то, ну, даже приезжая китайцы, иногда восхищаются тем, что у нас сделано из соломы. Любопытно, что бы сказали китайцы, увидев не только произведения, но и некоторых авторов соломенных творений. Мы тоже не сразу поверили, но Константин уверенно сломал стереотипы. Вот эти вот солнышки, открытки и многое другое. А вот к хоккею молодой человек практически индифферентен. Но чемпионат в любом случае повлияет и на судьбу его работ. Так что Константин уже прикидывает, в какую из стран участниц первенства может улететь его соломенный привет. Мое солнышко, ну, вот в Америку, да. Пускай там знают, как у нас работают мастера. Многие наши герои навряд ли не то, что познакомятся, маловероятно, что даже случайно встретятся друг с другом. Но сегодня все они – одна команда, сыгранная дружина на едином предстартовом поле чемпионата. Все тренировки позади, да вбрасывания осталось совсем немного, и мы обязательно покажем красивую игру, которая наверняка порадует нас и цифрами уже на табло. Когда есть искусство с такой богатой национальной основой, как у нас белорусская,
Ну, действительно, мы будем выглядеть, я надеюсь, очень хорошо и красиво. Приятно будет, что в Минске приедет столько иностранцев, что столько людей увидит, какая она Беларусь. Есть чем гордиться. Будем стараться с гордостью и счастью выполнить все, чтобы все остались довольны. Не будем забегать вперед, но есть и те замысли, которые сегодня есть по проведению чемпионата мира, исполнятся, я скажу, хотя бы на 70%. Мы чемпионат мира, это будет очень и очень неплохой. Хоккей любите? Теперь уже да.